Заявление в средствах массовой информации о якобы приглашении Дудаева на Думу. Меня штурмуют сегодня вот вторые сутки уже люди. Никакого приглашения я не получал. Там не могут подтвердить ни факса, на который я отправил, ни номера факса. Вот эти заявления провокационные в телевидении и в средствах массовой информации, они будоражат для народа и создают впечатление, якобы Дудаев уклоняется от переговоров, от встреч. И создается образ, при котором сейчас потребовали сегодня от меня созвать общенациональный конгресс, на нем решить кардинально вопросы политического решения и после этого действовать согласно принятым решениям, а не желаниям и эмоциям или обстоятельствам, которые возникают стихийно. Мы не собираемся, не собирались. И если еще предстоит, и не собираемся, пусть матеря и жены, и дети России знают, торговать на уже обезоруженных, делать из них какую-то политику, играть на их психике, нервах. Не только не собираемся, чем быстрее мы их отправим туда, тем спокойнее нам. Спасибо вам большое. Всего доброго.